1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 6,6%. Федеральным законом номер 350 ФЗ о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсии определены размеры фиксированной выплаты и стоимости пенсионного коэффициента с учетом индексации за период с 2019 года по 2024 год. В 2020 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличился и составил 5686 рублей 25 копеек, а стоимость одного пенсионного коэффициента составила 93 рубля. В результате указанных повышений средний размер страховых пенсий по Республике Адыгея с 1 января 2020 года увеличится на 839 рублей. Сумма повышения у всех пенсионеров индивидуальна и зависит от размера получаемой страховой пенсии. Повышение с 1 января 2020 года коснется только неработающих пенсионеров, получателей страховых пенсий. Повышение пенсии и пособий в 2020 году будет реализовано с учетом нового механизма индексации сверхпрожиточного минимума, который в Республике Адыгея установлен в размере 8138 рублей. Пенсионерам, прекратившим осуществление работы, сумма страховой пенсии выплачивается с учетом индексации, имевших место в период осуществления ими работы, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения осуществления работы. Пенсия выплачивается с учетом увеличения по истечении 3 месяцев за период с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Если пенсионер продолжает трудовую деятельность, то органами пенсионного фонда осуществляется беззаявительный перерасчет страховой пенсии в связи с увеличением размера пенсионного коэффициента, но не более 3 баллов ежегодно с 1 августа каждого года. С 1 февраля 2020 года будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам на 3%. Увеличивается также стоимость набора социальных услуг. Увеличение государственных пенсий, в том числе социальных пенсий, ожидается с 1 апреля 2020 года.